Симос. Это опять Хусеков. Ну, тюрьма, короче. Так, мы остановились где-то здесь. Отдать срок. Спорзали. Двое качков зажали в углу. Хлипкого зэка. И тычет его кулаками под ребра. Мешаться, пройти мимо. Даже не знаю, чё. Хлипкого зэка. Давай мешаться, чё. Найди себе равного. Рявкнули ли вы на зэков. А ты, дохлый, иди заниматься на брусьях. После занятий в спортзале вы вернулись в свою камеру и нашли там банку тушенки с запиской. Спасибо за поддержку. Примите в качестве благодарности. В тюрьме пользуюсь авторитетом. А что? Я заслужил уважение. Статус блатной. Ваш близкий друг нанял для вас первоклассного адвоката. К сожалению, деньги на адвоката были потрачены впустую. Он не смог вам помочь. Этот был обрадовался, что новый адвокат поможет мне выбраться, но хрен там. Продолжаю куковать. Новые товары в магазине. Во дворе заключенные столпились и тайком от сотрудников тюрьмы играют в кости. Ага, сделай, давай. Ага. Пройти мимо, крикнуть, на что играете. Пройти мимо, ладно. Способов проиграть деньги гораздо больше, чем способов выиграть, думаете вы, и проходите мимо. Тут многие играют в кости на деньги, но только не я. Я дал себе слово держаться подальше от азартных игр. Это хорошо, конечно. Вы раздеваетесь и заходите в душевую кабину. В этот момент какой-то тип шлепает вас полотенцем. Шлепнуть в ответ. Заключенные смеются. Наблюдавшие за этим зэки тоже начинают смеяться. Произошедшее воспринимается всеми как дружеская шутка. Заключенный всегда должен быть на стреме. Особенно, когда стоишь голый в душе. Ты же не дома, ё-моё. А ну, поставляй ладоши, говорит повар. В столовой закончились миски, и вам не во что положить еду. Протянуть ладони, забрать кастрюлю целиком. Вы садитесь за стол и смачно, причмокивая, едите прямо из кастрюли. Остальные заключенные остаются только с завистью за вами наблюдать. Что осталось больше? Тюрьме нужно всегда от всех требовать к себе уважения, иначе потеряешь статус. Новый сокамерник. Город свободен. Ну вот, ё-моё. Вы спокойно пьете чефир, как вдруг дверь со скрипом открывается, и на пороге появляется ваш новый сокамерник. Слышь, браток, угостишь братянку? Давай угостим. Да не вопрос. Подсаживайся. За чефиром время проходит незаметно, и уже скоро вы и Карабас становитесь корешами. Не все здесь звери. Есть среди заключенных хорошие люди, с которыми можно поддержать нормальные отношения. Пришла пора отрабатывать тюремный паёк. Вас направляют на принудительные работы.
Ладно, работать. Не помойте блатном работать, вы теряете уважение заключенных. Нас заставляют работать, но я не то, чтобы жалуюсь, просто платят мало. Чай, кофе, мыло, вот и все, что можно купить на тюремную зарплату. Промзона. Во время работы меня не спавали, вы подумали, вот он мой шанс дать дёру. Вы рванули через овраг и угодили в капкан. Кое-как вам удалось освободить ногу, но боль была слишком сильной, чтобы идти. Пить алкоголь, использовать болеутоляющий, позвать на помощь. Да. Смотрите, ладно, давай повыше. Ты орешь. Ты чё орешь тут? Ты чё орёшь? Тут знаешь, сколько медведей. А враг спустился в лес ничьи. А, ты из этих, сказал он, не заметив тюремную ошибку. Да я бы могу вернуться к остальным. Угодил волчий капкан, думал, не выберусь, но тюрьма закаляет волю к свободе. Скоро у вас день рождения. Запаситесь ништяками, чтобы порадовать братков. Аспирин, Волга, пакет чая, конфеты. Волга, пакет чая. Даже не знаю. Давай чай купим, ладно. Мотать срок. У вас день рождения, вам исполнилось 41. Как хотите отметить? Мне нечем угостить братков. Нюх у меня, не знаю, заварить кефир для братков. В заключение поздравляю вас и желаю здоровья всяких там ништяков. Своим щедрым жестом вы заслужили уважение арестантов. Качаю статус. До конца сетки 8 месяцев. Справил нюху на днях. Как время летит? Атас, шмон. В камере проходит обыск. Мне нечего скрывать. Вам нечего скрывать, обыск проходит без происшествий. Как-то раз смотали нашу камеру. Ну, короче, ничего не нашли. Вас и другого заключенного заперли в комнате допросов. Один из вас украл пропуск надзирателя. Будете сидеть здесь, пока не сознаетесь. То сказал охранник и захлопнув дверь. Достать еду из заначки, молчать, взять вину на себя. Достать еду из заначки. Вы хитро подмигиваете заключенному и достаете из заначки еду. Нас не раз колешь. Через пару дней, поняв, что признания не будет, вас отпускают. Они думают, что могут меня сломать, но хрен там плавал. Я крепче стали. Осталось полгода. Упс, принять мыло в душевой. Не поднимать. Вам кажется, что беда миновала, но выйди из душа, вы подскальзываетесь на куске мыла и наотмашь бьете головой по бетонный пол. Направить в санчасть. Ну, а там могут быть красивые девочки. Вечером в палату приходит доктор и уверяет, что вам необходимо сделать операцию по шунтированию сердца. Вот доктор несет перегаром, а сам он едва стоит на ногах. Оттолкну доктора. Что, все проиграл, что ли? Нету. Доктор плюхается задом на пол и уже не может удержать равновесие, чтобы подняться.
После нескольких неудачных попыток он засыпает прямо на полу. Воспользовавшись ситуацией, вы забираете у хирурга скальпель. Фух. Такое чувство, что сегодня я был на волосок от смерти. Никогда не верю пьяному доктору. Конечно, особенно хирургу. Они вообще пить не должны. Осталось 5 месяцев продержаться по ему. Опа! Вы застукали блатного за кражей из общака. Кореш, не выдавай меня. Гадом буду. Не забуду. Он просит вас сохранить все в тайне. Сохранить все в тайне, рассказать обо всем блатным, потребовать поделиться. Так, общак. Даже не знаю. Ладно, давай сохраним. Вы обещаете держать рот на замке. Все сшито-крыто. Вот только сам арестант ненароком сболтнул лишнего. Теперь вам придется выплатить долг вместе. А, здорово. Что за гад вообще? Пришла пора отработать терянный паёк. Вас направляют на принудительную работу. Блатные не пашут. Надзиратель в бешенстве от таких слов. Но арестанты загораживают вас от охраны. Найди другого ишака. Начальник, кричите вы из-за всех спин. Из-за спин заключенных. Нас заставляют работать, но я не раб. Хрен они меня заставят. Пусть другие ишачат. Тюрьма расторгла контракт с поставщиком провизии. Она его не нашла. Поэтому на обед у вас суп из пчел и каша из червей. Объявить голодовку. Вы поститесь пару дней, а потом узнаете, что в столовой снова готовят нормальную еду. Оказалось, что сердобольные бабушки из соседних деревень решили помочь хлопцам продуктами со своего города. Огорода. Всякое я здесь повидал, но чтобы насекомыми кормили, это что-то новенькое. 2 месяца осталось. Вы моетесь в душе, как вдруг из слива влезает гадюка метров длины. Завяжать, замереть. А, спасибо. Эй, бармен! Окликнул вас заключенный. Вы дернулись от неожиданности, и гадюка, расценив это как акт агрессии, укусила вас за ногу. Вы умерли, прежде чем поняли, что произошло. Спасибо. Лучано, за время отбывания наказания, требования режима и правил внутреннего распорядка не выполнял. Своими действиями и поведением отрицательно влиял на других осужденных, зарекомендовал себя как человек с высоким риском рецидива преступлений, начальник тюрьмы. Начать новую жизнь. Открыть новый режим карьера. У нас сундук какой-то есть. А. Карьера, что вы? Пройти путь от лоха до самого уважаемого зэка на зоне. Время скидки не ограничено. Так, без него на соревнования. Ну, прикольно. Давайте еще карьеру посмотрим. Андрей Романов. Возраст 27 лет. Особенность. Верит в сатана. Осужден за рассылку спама о скидках в ресторане китайской кухни. Здоровье 1. Сила 1, здоровье 1,5, ловкость 1.
полумраке камеры вы слышите скрежет ложки по кастрюле. Похоже, что ваш сокамерник только что выскреб остатки обеда. «А ну-ка!» – доносится голос заключенного. «За что по кастрюле?» «Я не лох. Взять кастрюлю с первого уровня наизнанку». «Верни!» – закашлялся он от смеха. Прочистив горло, сокамерник посмотрел в вашу сторону. «Я уже, парень, ты смышленый. Есть шанс, что не сдохнешь». Отношения нейтральные. Провел в тюрьме 1 месяц. Первый день в тюрьме прошел спокойно. У меня дружелюбный сосед. Чтобы закончить режим карьеры, полностью заполните шкалу ранга. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше подниметесь в таблице лидеров. А вот вижу снизу статус лох, срок 1 месяц. Вот этот срок. Во дворе заключенные столпились и тайком от сотрудников тюрьмы играют в кости. На что играете? Ладно. Способ, ага. Тоже было, видели. Начать срок. Вы приходите забрать посылку с воли. Но видите, что ее уже перехватил блатной зэк с крышами. Не кипишуй, ухмылился зэк. Каждый получит, что ему полагается. Попытаться забрать. Я вам не дойная корова. Верните, Греф, или я за себя не ручаюсь. Вы пытаетесь отбить свое, а в ответ получаете удар под дых. Слыхали? Хохочет блатной. Не ручается. А хавка-то вроде путевая. Пойдемте, пацаны, чефирку заварим. Вас оставляют с пустыми руками и тоской на сердце. Статус. Посылки из дома – это последнее, что связывает меня с нормальным миром и счастливым прошлым. Если лишусь этой связи, то все, хоть в петлю лезь. Мотать. Слышь, Андрей, там же... Жигана скрючила, всю хату обливал. Вас отводят в соседнюю камеру и указывают на большую лужу блевотины. Пожалуйста, охране. На эти лоха казаться. Не, ребята, я пас. Нет такого слова в лоховском словаре, кричат зэки. Они хватают вас и возят пузом по блевотне. К себе вы вернулись грязным и оскорбленным. Минус статус. Я стараюсь быть твердым, но долго ли протянет кролик в клетке с волками. Получено погоняло заморашек. Да уж. И ты... Пойди сюда, спрозали вас, подзывает к себе незнакомый зэк, заключенный. Заточка нужна? Я пацифист. Да не вопрос, заключенный уважительно относится к вашей жизненной позиции. Раньше я считал зэков упырями, но теперь понимаю, что ошибался. Есть среди них и хорошие люди. Пацифист – это тот, кто не любит насилие. Вот. Вы спускаетесь по лестнице тюремного блока и внезапно чувствуете, что на макушке что-то плюхнулось. Это плевок, понимаете вы. Издевательский смех не оставляет сомнений, плюнули специально.
обернуться и выругаться. Не обращать внимания, обернуться. Давай повысим. Давай рискни еще раз, я тебе ухо откушу, кричит его. Зеки засмеялись и переглянулись. Вы поворачиваетесь и быстро идете в столовую. На этот раз вас оставили в покое. Даже в полной неволе выбор здесь всегда. Загреметь в карцер, словить перо под ребра или сохранить здоровье, стараясь выбирать самому. Пришла пора отработать тюремный паёк. Вас направляют в принудительные работы. Отказаться будут, не то, что работать. Не стой, шевели булками. Надзиратель твой это вас на рабочее место. Прям на зону. На промке один из заключенных предлагает вам собрать самогонный аппарат. Из огнетушителя. Смастерить аппарат. Надо его разобрать. Заявляете вы с умным видом. Начинаете дергать. Манометр. Бабах! Вы провалились в холодную белую бездну. Вы потеряли умение здоровья. Да, если бы мать услышала... Да, если бы мать слушал и ПТО не бросил, сейчас бы ходил в галстуке и чистой рубахе. Направить в санчасть. А, тут тоже можно умереть. А, можно украсть. Во время профилактического медосмотра у врача вас ненадолго оставили одного в кабинете. А что это там? Вы замечаете в шкафчике бутылку спирта? Украсть спирт. Так вот, куда весь спирт пропадает. Вас ловят с поличным и обвиняют в краже канистры спирта из санчасти на прошлой неделе. Вы, разумеется, не имеете к этому никакого отношения, но кому какое дело? Вы потеряли умение и ловкость. До дня хотел провернуть одну аферу. Да не вышло. Схлопотал 5 суток штрафного изолятора. Такие вот дела. На входе в камеру изолятора охранник шепчет вам. Если не хочешь сдохнуть, купи лекарство и хавчик. Стоимость явно завышена, но так у вас хотя бы будет шанс выжить. Казаться. Дурак ты, Романов. Ну кто про тебя вспомнит-то? С этими словами захлопывает дверь камеры. Барыги хотят нажиться на заключенных, но я лучше подохну, чем кину кость волкам. Ну, вот товара. Где-то в здании начался пожар. Изолятор заволокло густым едким дымом. Ждать и молиться, кричать пожар. Да, походу, что проиграю. Вы кричите и колотите по двери изолятора, но никому нет до вас дела. Когда пожарные добрались до вашей камеры, вы были уже мертвы. Вам не удалось достигнуть высот в воровской карьере. Попробуйте снова. Максимальный статус – лох. Откройте достижение, отмотая один срок живым или мертвым. Давайте еще раз карьера. О, ловкость есть это. Лука Романо. Возраст 29. Особенность увлекается оригами. Осужден за незаконный захват сельского туалета. Вы заходите в камеру и видите зэка на нарах с газетой в руках. Новенький. Интересуется зэк. Ну, проходи, поможешь мне сканворд разгадать. Заключенному солит пальцы и переворачивает страницу. Кругом волосы, посередине колбаса. Что это?
клоун Красти. Посередине колбаса, кукуруза. Кукуруза, 8 букв. Подходит, заключенно облизывает карандаш и вписывает слово в клеточке. Ну а ты поднял бровь. Заключенный, что за фрукт? Вы проходите в камеру и знакомитесь с заключенным. Статус риск, отношения нейтральные. Провел в тюрьме 1 месяц. Первый день в тюрьме прошел спокойно. У меня дружелюбный сосед. На меня монетки можно насыпать, а нет? Старый ламповый телевизор в бараке приказал долго жить. Все заключенные остались без киношки и стрелов. Купить новый за 200. Телевизор — это зло. Отремонтировать телевизор. Давайте отремонтируем. Когда-то вы работали в ремонтной мастерской, поэтому вам не составило труда найти причину поломки. С помощью изоленты и мата вы вернули телевизор к жизни. Когда об этом узнали зэки, вы стали героем номер 1 в тюремном блоке. Плюс 40. Ловкость прокачал. Помнишь, я чинил бабушкин старый ламповый телек? Так вот, руки еще помнят. Получено погоняло. Мастер. Мотать срок. Во время занятий в спортзале между двумя заключенными началась потасовка. Наблюдать, мешаться, наблюдать. Слово за слово между заключенными начинается драка, которая перерастает во всеобщую потасовку. Охрана хватает, ему тузит всех подряд. Вы получаете удар дубинкой по почкам и попадаете в госпиталь. Спасибо. Стараюсь не лезть не в свое дело и сохранять нейтралитет. Хотя порой это и не спасает. Санчасть опять санчасть. В санчасти вы не можете уснуть из-за громкого храпа вашего соседа по палате. Это просто невыносимо. Задушить зэка подушкой, попытаться уснуть. Просто пытаемся уснуть. Вы ворочаетесь с одного бока на другой, но после легкого забвения снова просыпаетесь от храпа. И так всю ночь. На утро вы встаете с дикой головной болью. Вас оставили в санчасти. Пока валялся в лазарете, чуть с ума не сошел. Сосед храпел, как самолет. Каждую ночь, гад. Каждую ночь. Освободить койки. Подготовить операционную, командует главврач. В палату заводит раненых после подавления тюремного бунта. Кругом суета и крики. С суматохи врач роняет скальпель. Приставить капель к горлу, забрать, не дергаться, забрать. Таким добром здесь не разбрасываются, думаете вы. Прячется капель под подушку. Всех несмертельно больных поспешно выписывают, и вы возвращаетесь в камеру с отличным инструментом. Скальпель. Вы прокачали менее здоровья, отлично. Обычно ништяки под ногами не валяются, но бывают исключения. Теперь у меня есть острая возможность. Новые товары. Так. Нычка. Давай пока его уберу. Спрятать. В то время как вы моетесь в душе, к вам подходит здоровенный тип и загораживает проход. Привет, сладенький, поиграешь с моим стариной? Канай отсюда. Люблю дерзких. Он толкает вас назад и зажимает в тесной кабинке. После этого чувствуете себя униженным и оскорбленным. Мне стыдно в этом признаться, но
меня? Нет, лучше тебе не знать о том ужасе, который творится за тюремными стенами. Скоро день рождения. А, я вообще теперь в минусе. Вот день рождения. Вам исполнилось 30. Как вы отметите? Нюха, меня ничего не знаю. Мне нечем угостить братков. Мне нечем угостить. Вас все равно никто не пришел бы поздравить. Зайки не хотят общаться с лохом. Справил нюх на них, как время летит. Мотать срок. В комнате отдыха к вам подходит Зак, тасующий старую колоду карт. Слышь, мастер, пульку расписать не хочешь? На интерес. Давай на интерес, согласиться. Вы киваетесь и садитесь за стол. Весь вечер вы играли в преферанс. Зак оказывается сильным соперником, но и вы не лакомшиты. В конце игры он собирает карты. Спасибо, мастер, хорошо сыграли. В тюрьме карты приходится делать из газет. Сажа, мыло и хлеба. Все потому, что в магазине их не купишь. Давайте мы на этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Наверное, следующая серия будет заключительная. Вот этот попытаемся выполнить. Что-то у меня никак не получается. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.